Девчонки. Привет. Привет. Почему вы дома не сидите в четверг? Потому что наконец-то сегодня мама согласилась посидеть с сыном, и я решила оторваться. Ну, конечно, потому что сегодня открытие классного ресторана. Расскажи, волновался ты сегодня перед выходом в свет, или для тебя это обычное дело? Волновался ли я перед выходом в свет? Такое бывает, да, некоторые волнуются. Нет, ну, года три назад я уже перестал волноваться перед выходом в свет, а может быть и раньше. Не понимаю, с чем можно тут волноваться, это же прекрасно. Сейчас такое осеннее настроение, решила также его выразить в своем наряде. А что это за платье? О, это из новой коллекции Александр Терехов. Игристое платье с игристым шампанским. И такой полумрак в пряностях и радостях. Это просто залог хорошего настроения. Ну а люди вокруг тебя? Люди вокруг меня прекрасные, красивые, очаровательные, обаятельные. Здесь вся красота города Тулы. Ну, я нашла в твоем наряде тоже перчинку. Это сумка с леопардом. Зимняя тематика, тепло. Греет сумочкой. Вообще какой-то акцент в наряде в черно-белом строгом должен быть. Это моя сумочка. У нас моды каких-то 19 веков возвращаются. Длинные платья ниже колен. А это просто женственность. Это возраст. Не, ну так-то может быть, классика. В красном длинном платье с белыми длинными волосами в ресторане грузинской кухни вы в центре внимания. Я думаю, точно, 100%. Начнем с простого. Что такое пхали? Бухали? Давай еще разочек. Как называется? Ну, хашлама. Хашлама. Конечно, все знакомые хашлама. Тесто сладкое. Девочки, вы умеете готовить? Да, конечно, умеем готовить, да. Коронное блюдо. Если брать пхали. Вот умеете эти бантики заворачивать? Ну, мы стараемся это делать. Или хинкали – это три неудавшиеся пельменя, слепленные в один. А почему мы умеем это делать, да? Кутабы – это что? Кутабы – это лепешки. Связки. Лепешки с разными начинками. Я нашла нужных людей, кто знает толк хорошей, жирной, кавказской кухни.